Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Дождь по крышам не стучит, крыша в доме на улице Маяковского так и осталась недостроенной. Лучшие в баскетболе и не только с президентских соревнований вернулись рязанские школьники. Сезон осенней рыбалки открыт, водная полиция задержала первых браконьеров. С началом сезона дождей у рязанцев потекли крыши. Осложняется ситуация и тем, что крыши во многих домах еще находятся в ремонте. С такой проблемой столкнулись жители улицы Маяковского. Продолжение в нашем следующем сюжете. Назвать это крышей язык не поворачивается. Здесь несколько деревянных балок, которые даже теоретически не смогут защитить жильцов от предстоящей непогоды. Люди рассказали, что крыша у них протекала и раньше. Капитальный ремонт требовался давно. И к радости жильцов, в конце августа к дому номер 113 по улице Маяковского прибыла бригада строителей, которые начали ремонт. Вот только никто из местных никаких рабочих не вызывал. И кто основной подрядчик, тоже неизвестно. Бригада строителей тем временем закончила часть работ и в середине сентября пропала. А деревянная крыша так и осталась недоделанной. И при первом дожде вода попала практически во все квартиры на втором этаже и первом. Течет все, что касается вот вентиляции вокруг них у всех. Даже вот вентиляция, она уже там, ладно, то, что нам на второй этаж, а там идет и на первый, потому что вентиляция, она идет прям сквозь, и прям на стол, говорит, льется. Людмила Петровна устроила экскурсию по своей квартире. Водой поврежден практически весь потолок. А при каждом стуке капель дождя о крышу пенсионерка достает несколько тазиков и расставляет их по комнатам, потому что течет везде. И что самое ужасное, вода есть в каждой комнате. Хуже всего и то, что попадает вода и на первый этаж. В общем коридоре на первом этаже видно на стене. Потеки от дождя, как вода попадала на распределительную коробку электрическую, в связи с чем, собственно, и вызывали аварийную службу для того, чтобы она отключала электричество. И также потолок пострадал. Вот здесь вот огромное пятно от воды. Жильцы уже не раз обращались в управляющую компанию, однако те, в свою очередь, разводят руками. Объект, то есть жилой дом по адресу Маяковского, 113, они передали подрядчикам, фонд капитального ремонта. ЖЭО переадресовывает вопросы жильцов в эту инстанцию, однако, по словам жильцов, никаких продвижений в работе над крышей до сих пор нет. Адвокат Анастасия Носова рассказала, как можно поступить в подобной ситуации. В данной ситуации я могу посоветовать собственнику помещения обратиться с жалобой в прокуратуру, в администрацию города Рязани и обязательно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Подождать 30 дней, собрать все ответы, которые будут предоставлены данными организациями. Если ситуация не решится и не будет продолжен ремонт крыши, то уже обращаться в суд и там добиваться справедливости. Местные жители рассказали, что 26 сентября сотрудники ЖЭО встретятся с жителями 113 дома, чтобы оценить причиненный ущерб. К сожалению, подобное происшествие в городе не единственное. Частичный капитальный ремонт крыш проводится в настоящий момент по нескольким адресам. И, по словам местных жителей, ситуация практически везде плачевная. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Начался осенний сезон рыбной ловли. Желающих поймать много рыбы с минимальными затратами не становится меньше. Так, на Оке водная полиция задержала браконьера с запрещенным орудием ловли. Подробности в сюжете Дины Исляевой. Много рыбы поймать, товарищ браконьер. Две штучки. Начальник линейного пункта полиции Вадим Савицкий отправляется в очередной рейд. В первую очередь нарушители ищут в затоне. Это место, куда рыба заходит нереститься. Браконьеры об этом знают и ставят сети. Делать это запрещено, но нарушителей это не останавливает. Василий утром приехал проверить улов, но попался сам. Теперь ему грозит солидный штраф. Ну, уху поймать, а не порыбачить. Больше ни на что не клюет. А сеть-то зачем? Ну, ни на что не клюет, если у них и охота. А на рынке рыба дорогая. У таких браконьеров отбирают сети и конфискуют лодки. Дальнейшую судьбу решает суд. Наказание зависит от того, сколько рыбы поймано. Жарко было. Поменьше было браконьеров. Да и отдыхающих на берегу было много. Наверное, опасались их сообщений. А вот осенью участились уже случаи. Общаются водные полицейские с теми, кто ловит рыбу на удочку. На всякий случай просят показать улов. Но главный вопрос – соблюдают ли они правила безопасности? У каждого должен быть спас-жилет. В рейд водная полиция будет выходить по вечерам для того, чтобы ловить нарушителей, которые, как и Василий, нарушая закон, расставляют сети. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Серьезная авария произошла при выезде из Рязани. На Ряжском шоссе столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, из-за
чего машина на встречной полосе по касательной столкнулась с самосвалом, а затем с маршруткой. В аварии водители травм не получили. В общественном транспорте Рязань-Взметнево находилось 10 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Им начали оказывать медицинскую помощь на месте происшествия. На место выезжали 8 сотрудников аварийно-спасательной службы. Людей доставили в реанимацию. В областную клиническую больницу было доставлено 6 пострадавших, двум из которых медицинская помощь оказана амбулаторно, и 4 пациента были госпитализированы, один из них в реанимационное отделение. В настоящий момент состояние пациентов тяжелое, стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Очевидцы рассказали, что в ДТП участвовала еще одна машина, которая не попала на видеорегистратор. Это КАМАЗ, который стоял на обочине. Водители сообщают, что виновник аварии не совсем очевиден. Следователи уже начали проверку. В ходе доследственной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. Также им предстоит установить обстоятельства на наличие или отсутствие состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району пресекли деятельность группы в составе 4 жителей Рязани. Они подозревались в том, что посредством сети интернет реализовывали на территории Центрального федерального округа России оптовые партии гашиша. По имеющейся информации, злоумышленник организовал нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Мужчина приобретал оптовые партии гашиша, транспортировал их в Рязань, где расфасовывал и сбывал без контактным способом в ряде регионов. В роли курьеров-закладчиков выступали двое жителей Рязани. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали с поличным 31-летнего ранее судимого за аналогичные преступления жителя областного центра и его 28-летнюю сообщницу. При досмотре автомобиля и квартиры фигурантов дела сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли 6,5 килограмм гашиша, а также наркотические средства ЛСД. В теплице на земельном участке одного из домов оперативники нашли свыше 30 кустов конопли. Всего масса изъятого растения превысила 9 килограммов. Кроме того, в тайниках в городе Пензе и на территории Московской и Воронежской областей обнаружены партии гашиша весом от 30 до 1270 граммов. Следственным управлением ОМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы. В отношении лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рязанцы вернулись с президентских состязаний среди учащихся 10 классов. Они показали свое спортивное мастерство, творческие способности и умение работать в команде. Мероприятие проводится с 2010 года по указу президента России. Какие награды удалось завоевать рязанским ученикам, узнала Галина Кудряшова. Я болею за Рязань! Я болею за Рязань! Не болею за Казань! Не болею за Казань! Знает каждый почтальон! Знает каждый почтальон! Чтобы отстоять честь Рязанской области. Ученики школы номер 47 вернулись с президентских состязаний, самых массовых спортивных игр страны. Ежегодно в них принимают участие более 10 миллионов обучающихся. Их ждут несколько ступеней отбора – общешкольный, городской, областной, межрегиональный и, наконец, всероссийский. Особенность игр в том, что в них участвует не сборная региона, а ученики одного класса конкретной школы. Ребята у нас на самом деле команда, сплоченный коллектив. Они сами за себя все говорят. Такие кричалки у нас были всегда. И всегда друг друга поддерживали на любом виде спорта. Лучшими рязанцы оказались сразу в нескольких дисциплинах. Из Анапы, где проходили состязания, они привезли кубок по баскетболу. Играли в стритбол. В финале их соперником стала сборная Пскова. Так как у нас владеет баскетбольными навыками, профессионально играет в баскетбол только Полина, мы с Катей старались создавать такую обстановку, чтобы не мешать ей забивать, и в свою очередь тоже помогали игре. Интрига в матче оставалась до последнего. Команда школы номер 47 сначала проигрывает 5 очков, но в финале матча им удается выйти вперед. Одержать победу помогла сплоченность и хорошая физическая подготовка. Мы ни разу не тренировались, мы 2 раза вышли на площадку просто побросать, почувствовать кольцо. И все. Ну, до этого, да, Саждева мы тоже заняли первое место на областном этапе. И... играли мы как раз втроем тоже и тоже выиграли. Покорилась рязанцам и другая спортивная высота. В беге на 1 километр лучшими стали Константин Катанаев и Полина Щербакова. Их результат 3 минуты 13 секунд и 3 минуты 30 секунд соответственно. Интересно, что ребята финишировали
друг за другом, ведь девочки и мальчики стартовали одновременно. Я лично готовился каждый день. Я бегал, вставал утром с пробежки, отжимания, приседания, растяжка. Вот каждый день я занимался, постарался, хотел как-то, ну, может быть, побить свои результаты, которые были у меня в Сажнево. И, ну, может быть, то, что мне это удалось. Я пробежал километр лучше, чем в Сажнево на 30 секунд. Победили ребята и в творческом конкурсе, исполнив олимпийскую песню и танец. Выступление заняло 7 минут. ВДВ, Сергей Есенин, «Рязанские купола», песня «Команда» и общий финальный танец. Параллельно на экране шел ролик с экскурсией по родному городу, который ребята также сделали сами. Просто фонтан, салют, бомба. Мы вышли за сцену после номера, мы кричали, мы радовались, мы прыгали. Другие делегации смотрели на нас и радовались вместе с нами. Это было очень здорово. Пятое место удалось занять в интеллектуальной игре «Что, где, когда», а также в мужских соревнованиях по мини-футболу. Однако по сумме всех конкурсов Рязань заняла лишь 36 место. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Деньги рязанцев защитят от кибермошенников. Об этом сообщает пресс-служба отделения Рязани ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Теперь российские банки получили право на 2 дня приостанавливать операцию по карте, если возникают сомнения в платежном поведении клиента. Вступил в силу закон о блокировке подозрительных транзакций. Для подтверждения операции кредитное учреждение должно связываться с клиентом. Ряд банков использовали данный механизм и раньше. Теперь же работа по противодействию мошенническим действиям стала обязательной. Основная цель – обеспечить дополнительную защиту средств. Теперь банки обращают внимание на нюансы. С помощью специальных систем они будут вести мониторинг платежного поведения клиента, какие суммы он в среднем тратит и где. Если по карте человека, традиционно снимавшего небольшие суммы в одном регионе, пройдет крупная транзакция за сотни километров от привычного места, это станет причиной для приостановки операции. Еще один возможный вариант – нетипичное списание средств со счета юридического лица на множество счетов физических лиц. Важное нововведение – изменение процедуры возврата средств. Раньше кредитные учреждения могли приостановить платежи, но для возврата денег на счет требовалось судебное решение. Теперь реализована досудебная процедура, что ускоряет процесс. Если же операция проведена клиентом, длительных процедур разблокировки и проверки не требуется. Надо лишь подтвердить легитимность транзакции. Если связаться с клиентом не удается более 2 дней, средства также переводятся получателю. Проект, который ждал своей реализации 4 года. В Рязани общественная организация объявила сбор средств на памятник жертвам политических репрессий. Денег, которые готовы выделить городские власти, недостаточно. Необходимо еще 1,5 миллиона рублей. Здесь как бы не закончено движение, то ли вот раздавит и все, жизнь кончится. Для того, чтобы решить, каким должен быть памятник рязанцам, жертвам политических репрессий, 4 года назад провели конкурс. Участие в нем приняли скульпторы из Рязани, Москвы и других городов. Варианты предлагались разные, в том числе изображающие пострадавших. Но выиграла скульптура Полины Горбуновой, потому что эта аллегория как нельзя лучше передает образ. Кроме того, нужно было учесть, что этот вариант для городской улицы, а не для мемориального комплекса. Вообще это благородный материал, бронза, теплый. И в нем можно передать и все фактуры, пера, тепла какого-то и железа. Вокруг памятника по задумке появится парк. Сама скульптура будет небольшой, порядка 2,5 метров вместе с гранитным постаментом. О тех, кому он посвящен, есть книга. Старший помощник прокурора области Роман Козлов рассказывает, имена жертв политических репрессий собирали по архивам, работали с уголовными делами. В книгу вошли фотографии и документы. Приговора 30-40-х годов выглядели следующим образом. Были очень лаконичными, буквально на 1 страничку. При этом необходимо отметить, что данным приговором женщина была осуждена к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительных лагерях. Немаловажная деталь, что приговор являлся окончательным и обжалованию не подлежал. Пока памятник жертвам политических репрессий существует только в виде макета. Но, по словам скульпторов Полины и Василия Горбуновых, очень часто монументальные работы ждут своего часа по несколько лет. Так было с памятником Василию Маргелову и грибами, которые сейчас установлены у филармонии. Этот проект, он интересен, как нам кажется, будет не только нам, да, а вообще всем жителям города, поскольку таких памятников нет. Это совершенно такой подход нестандартный к этой теме и аллегорический. И я думаю, что он украсит наш город. Сбор средств на создание памятника уже стартовал. Общественники надеются, что успеют собрать всю сумму к 2019 году. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Рязанский кикбоксер стал серебряным призером первенства мира. Соревнования состоялись в Италии. В них принимали участие более 2000 спортсменов из 65 стран. Подробности далее. Серебряную медаль и звание мастера спорта. Эту награду получил Анатолий Максимов, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола». На первенстве мира по кикбоксингу молодой человек смог подняться на вторую ступень пьедестала. Соревнования проходили в Италии. В борьбе принимало участие рекордное количество спортсменов – почти 2500. Они приехали из 65 стран мира. Анатолий провел 3 боя. Первый бой у меня был спортсмен из Польши. Парень был очень хороший. У него были очень сильные удары. Со вторым из ним и из Германии. Парень был настырный, шел все время вперед, дрался очень сильные ноги. А третий бой боксировал с нашим русским. Проиграл по очкам в 2 удара. Анатолий занимается кикбоксингом 11 лет. В спорт его привел папа, заслуженный тренер России, и сразу стал его наставником. На соревнования он выезжает вместе с сыном и является, пожалуй, главным болельщиком. Переживания были очень большие. Плюс травмы после каждого боя, где-то отбитые ноги, нос. Ну и к каждому бою мы подходили, как к последнему бою. Ему это далось, медаль, еще сложнее. Дело в том, что он первый год зашел в юниоры. Вот, и он получился самый младший. Здесь ребята, которые, с кем он боксировал, они на год и на 2 года старше его. Тренировки 3 раза в неделю, перед соревнованиями каждый день. Регулярные всероссийские старты. И вот он, главный турнир. Чемпионат мира по кикбоксингу проходит раз в 2 года. Он чередуется с первенством Европы, на котором Анатолий уже завоевал бронзовую медаль. Спортсмен отмечает, что каждая страна имеет свой стиль. У нас страна большая, боксируем по-разному. Соответственно, иностранцам с нами очень тяжело боксировать, потому что мы разные. Вот. Но здесь подходили к каждому бою, конечно, мы смотрели, как ребята боксируют по сетке, которые идут в его весовой категории. Мы смотрели, подбирали тот либо иной вид боя, тактику, технические какие-то там арсенал. Анатолий боксирует в тайской манере и любит активно работать ногами. Однако на его уровне техникой уже не удивишь. Тренеры отмечают, что выигрывает тот, кто больше этого хочет. Попытаюсь в следующем году, получается, выиграть первенство России и в Европу тоже хочу выиграть, чтобы у меня было 3-е, 2-е и 1-е место. Помимо медали, с этих соревнований молодой человек привез и весомый титул – мастер спорта. Это звание он сохранит на всю жизнь и постарается дополнить его новыми победами. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 27 сентября в России отмечают День воспитателя и работников дошкольного образования. Праздник это молодой, появился он лишь в 2004 году. Инициаторами Дня воспитателя выступили наши коллеги, журналисты сразу нескольких специализированных изданий. Журнала «Обручи», газеты «Детский сад со всех сторон» и периодического издания «Дошкольное образование». Праздник сразу поддержали представители профессии, а также родители. С работой современного воспитателя познакомилась Мария Рудая. Так, дружно и шумно дети встречают Татьяну Ветрову. Она уверена в профессии воспитателя. Главное – любовь. Детей обмануть невозможно. Общение происходит на уровне эмоций. Они чувствуют все. Сами же дети отвечают ей взаимностью. Она очень хорошая и всегда с нами играет во всякие настольные игры. В день воспитателя мы очень ее поздравляем. С праздником, с Днем воспитателя. Рассказывает очень интересные книжки. Добрая, красивая. Это всегда это хочет почитать нам. Всегда уговорит спать. Играем, рисуем. На столе игры еще играем. На столе цветные карандаши, мелки, краски и песок. Идет урок рисования. На белом полотне расцветают осенние пейзажи. Татьяна к делу относится основательно. Даже дома думает о своих воспитанниках. Разрабатывает новые программы и занятия. Педагогической деятельности она посвятила более 15 лет. Каждый раз, приходя к детям, Татьяна несет что-то новое. Ведь воспитатель должен постоянно держать руку на пульсе и развиваться. Помимо работы, Татьяна увлекается мультипликацией. Она сама создала мультфильм «Математический теремок». Современные технологии, они сейчас везде. Компьютеры, интерактивные доски. Я могу создавать игры для интерактивной доски. И это мы используем. Да, в нашем саду есть интерактивная доска, есть проекторы.
мы можем сами делать презентации и показывать детям. Мы развиваем детей всесторонне, и музыкальное воспитание здесь дети получают, и эстетическое воспитание. Учим видеть красоту природы, красоту окружающего мира. Большую часть времени дети проводят именно в детском саду. Приходят, идут на зарядку, завтракают, после чего отправляются на подготовительные занятия. Потом прогулка, обед, дневной сон, ужин и так весь день. По мнению заведующей Елены Барениной, в детском саду случайных людей нет. Здесь работники кухни, няни, прачки, воспитатели трудятся на благо подрастающего поколения. Они у нас замечательные. Все. Каждый из них – это какое-то звено в цепочке. То есть свою работу мы не представляем без помощника-воспитателя, без повара, то есть без прачки. И сегодня мне хотелось бы поздравить всех дошкольных работников с праздником, пожелать им, конечно же, здоровья, успехов во всех их творческих начинаниях, благополучия. Пусть детки их любят, родители уважают. И чтобы, приходя домой, в их глазах была не усталость, а осознание и радость за то, что они не зря выбрали эту профессию. Воспитатель – это не профессия, а призвание – это когда чужие дети становятся родными. Татьяна каждый день отдает частичку себя, помогая мальчишкам и девчонкам познавать этот мир. А они всегда отвечают взаимностью. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».